Салют, друзья, с вами снова держатель микрофона Максим Исаенко. Я на лыжной базе ФСК СТЗ, которая в летнее время, во время каникул, как вы видите, не простаивает. Здесь проводят тренировки, в том числе юные баскетболисты из Екатеринбурга. На этот раз приехала команда «Уралмаш Кидс». Вот тренер команды из Екатеринбурга «Уралмаш Кидс» Андрей Ворон. Андрей Николаевич, не первый раз у нас в Полевском на сборах. Почему вы выбираете именно наши условия Полевского? А ничего лучше я не видел еще. Во-первых, рядом. Во-вторых, замечательные условия, прекрасный зал, лес рядом, дорожки беговые, гостиница. Ну, для детей все, что нужно. Для сборов это шикарное место, я считаю. Сколько ребят в этот раз привезли? Какой возраст? 35. Детей, возраст разный, от 7 лет и до, получается, 13. На что упор в основном делается на таких сборах летних? Да, в принципе, всегда. Я считаю, что летом нужно работать над индивидуальной техникой. Чем мы здесь и занимаемся, это в основном дриблинг, передачи, броски. Ну и на улице, конечно, утренние тренировки. Это у нас лес, ускорение, прыжки, физические качества, координация. То есть над этим работаем. Никакой тактики, просто поднимаем, улучшаем технику. Ну, увидел у ребят фамилии на спинах, да, Джордан, Брайан, да, Карри. Если фамилии не называть, кого-то можно уже потенциальных каких-то новичков отметить? Или рано еще по такому возрасту говорить? Так вот они есть, это вот Уралмаш же ВТБ вышел, и мне дали задание вот новых Карри и Джорданов опробовать перед тем, как ВТБ их взять. Вот они все сюда и приехали заниматься. Ну, нет, пока рано вообще... Я считаю, всегда рано о ком-то говорить, потому что дети – это такие… Это дети. Они стрельнуть могут вообще в любой момент. Может кто-то сидеть там, лениться, а потом что-то в голову придет. Он как даст за год прогресс такой, что аж за голову хватаешься. Поэтому работаем со всеми и стараемся, чтобы они все стреляли. Плюс ребят из Полевского не понаслышке знаете. Кого-то можно в ближайшее время в Уралмаш тоже увидеть? Ну, из юных. Ну, лет через так… 6, я думаю, там многие поборются за те места, потому что, зная, как работают ребята здесь, в Полевском, мы стараемся не отставать, то, я думаю, смена растет хорошая, и Уралмаш пополнится местными игроками Свердловской области. Можно отметить, что Полевской для вас не сторонний такой город. В этом году, в минувшем сезоне, выступали за «Металлург» в первенстве области. Да я, можно сказать, уже задумываюсь прописку поменять, потому что я в Полевском нахожусь чаще, чем в Екатеринбурге. И играю за «Металлург», и на сборы, и зимой приезжаю сюда, и летом. Вот уже месяц идет у меня здесь, и на УДБЛ мы сюда приезжаем, и чемпионат области у нас здесь был. Так что меня тут не успевают даже провожать. Вот так проводят свои тренировочные межсезонные сборы в Полевском екатеринбургские баскетболисты. А я и дальше продолжу знакомить вас с спортивной жизнью нашего города. Поэтому, чтобы быть в курсе всех событий, не забывайте подписываться на канал «Держатель микрофона» в YouTube, Яндекс.Дзене и во всех социальных сетях. С вами был Максим Исаенко. До новых встреч!